20-летним стажем работы в акушерстве и гинекологии. Последние годы увлеклась фитотерапией по зову врачебной совести, потому как нет химического препарата без побочных эффектов, порой превышающих лечебный, что особенно страшно. Пытаясь соблюдать главную заповедь отца врачевания Гиппократа, пусть твоя пища будет твоим лекарством, а твое лекарство твоей пищей, я как врач пребываю в постоянном поиске. И когда встретилась с продуктами оздоровления компании «Видель», то радость моя была нашла то, что искала. Результаты оздоровления не заставили себя долго ждать. Низкий поклон специалистам, создавшим эти уникальные продукты оздоровления. Выражаю свою благодарность ярко, с помощью которых продукты находят своего потребителя за более короткий срок.